Трикотаж нежная вискоза с шелком. Если вы до нее дотронетесь, то вы уже не захотите больше ничего другого надевать. Очень крутая ткань. Нежная. Шить ее лучше в два слоя, тогда можно шить. Так, ладно, это все уже лишняя информация. И к этой ткани я могу вам предложить еще вот такую красивую ткань. Это сетка гофре с люрексовой нитью. То есть эта ткань не будет осыпаться, с нее не может стереться этот люрекс, или она там, может быть, что-то блестки испачкает, как ткани с глиттером, да? Это нет. Это вплетенные ниточки просто в саму ткань, видите? Но поэтому с ней ничего не может произойти. Она будет прекрасно выглядеть всегда. И можно вот их взять вместе в комплект. По цвету они абсолютно совпадают, только здесь еще серебро. Это на подклад, например, а это сверху на какую-то накидку. Брюки тоже круто будут выглядеть из этой ткани.